Всем привет! Мы сейчас едем в торговый центр. Представляете, такая вообще нонсенс случился. У нас у мальчиков сегодня футбол, а они говорят, мы не хотим смотреть футбол, поехали в торговый центр. И я такая, ну хорошо, поехали. И вот мы едем. И здесь прямо сразу три торговых центра. Вот, вот и вот. Спицы. А мы только что просто зашли здесь в магазин, который продает технику Apple. И мы хотели посмотреть, как работают Apple Watch, часы Apple. И нам сказали, что в странах Прибалтики Apple Watch нет. Сказали, что Apple им не дал добро. Мы такие, почему? Он нам продавец говорит, мы сами не знаем, зато ремешки нам дали, говорит. В общем, так вот, очень интересно. В общем, такой обычный торговый центр, на самом деле, с испанскими даже ценами, правда? Да, тут не очень такие дорого. Же цены. Да, но мы зашли сейчас в одно место, называется Lido. Вот, мы про него читали, нам про него рассказывали, что... Это ресторан национальной кухни. Да, это вроде как такой, как столовка. То есть да, можно... как в Украине пузата хата. Да, набирать еду и потом расплачиваться на кассе, вот, с подносиками. Ну, посмотрим, что здесь есть. Потому что я вроде как не очень голодный, но надо, понимаете, надо. Взяли, это пирог, картофельный пирог с мясом, это хлебный суп, это национальное блюдо, мы читали о нем в интернете, вот, ну и сверху сливки. А это я взяла десерт, здесь прослойка малины, клубники, еще какая-то, я не знаю, что это. Ну, в общем, должно быть вкусно, но вот это вот национальное блюдо. Вот, а еще у них, конечно, много было колбасок, но мы не взяли, потому что не хотели жирного. Он сладкий. Сладкий? Да, я думала, это обычное блюдо, он сладкий, как десерт. Ну что там сливки, наверное. Я не могу понять, нужно почитать ингредиенты в интернете, потому что я вообще не могу понять, почему он сладкий и как так. Он очень напоминает по вкусу какое-то повидло. Может, он с каким-то повидлом? В общем, я только что прочитала в интернете, оказывается, сюда просто входят сухофрукты, там сливки и так дальше, поэтому он сладкий. Но, честно говоря, когда я просто читала название блюда, я думала, что это какой-то обычный суп на основе хлеба, там с мясом, со всеми делами, но нет, это сладкий суп. Очень вкусное место, мы так наелись, особенно десерты, они были вообще офигенные. И, как оказалось, этот хлебный суп, это... Я так думаю, что, скорее всего, это десерт, потому что он очень сладкий. И он даже в таком блюдечке для десерта был, в стаканчике точнее. А сейчас мы идем в Юск, потому что мы хотим себе купить... Постель. Постель. Да. Вроде как нашли, покажи. Такое. Она получается с одной стороны под одеяльник такой в точечку, а с другой стороны в полосочку. Вот, покажи, здесь с другой стороны есть. Вот так. Да.
Мне понравилось. Питер нужно еще найти к ней простынь, потому что здесь только пододеяльник и наволочки для подушки. Да. Да? Будем искать простынь. Да. Мы дома, сейчас я вам покажу, какую постель купили. Так, вот эта простынка. Такого цвета я старалась подобрать ее под вот этот цвет, потому что в этом комплекте, основном постельном, там нет простыни, там только пододеяльник и наволочки. Вот так вот он будет выглядеть, когда мы его постелим. Но пока что мы его не будем стелить тоже. Где-то на неделе я его постелю. Будет красиво у нас. Мы уже будем ложиться спать. Завтра нам в университет на 10, по-моему. Дадим? На 10? Mm-hmm. Да, но завтра на 10, слава богу, не на 8. Я ненавижу эти дни, когда нам на 8. Это очень рано. И для всех вообще, для всех наших одногруппников, никто не может привыкнуть к этому расписанию, что нужно в универ на 8. Ты просто приходишь и ничего не соображаешь. Так что нужно, не знаю, куда-то писать, куда-то звонить, чтобы не делали таких расписаний вообще студентам. Это противопоказано, это неэффективно. Всем хорошего дня, всем спасибо за просмотр, всем до завтра. Спасибо, что с нами. Пока.